как она тебе толкнула? Толкнула. Как толкнула? Просто толкнула. Руком. Руком? Потом ты слезла, когда она толкнула, или как? Я потом упала. Ты потом упала после толчка? Угу. На руку, что ли? Или как получилось? На руку упала. Друзья, всем привет! Вчера после прямого эфира мне позвонил подписчик Алексей Юрьевич и сказал мне о том, что его дочь, которая, кстати говоря, является тоже моей подписчицей, самой маленькой, сломала руку. И я сейчас поеду к ней в больницу, куплю ей букетик цветов, куплю ей сладости. А меня встретит Ашот Тигранович, и вместе с ним мы поедем к ней в больницу навестить ее. Сейчас посмотрите, что с ней вчера случилось. И увидимся с ней уже в больнице. Ну все, купил я Лизе букетик цветов. Купил ей сок, черешню, персики, яблоки, апельсины. Сейчас жду Ашота Тиграновича и будем ехать в больницу. Едем уже с Ашотом Тиграновичем. Ашот Тигранович тоже там подарочек приготовил. Правда, не знаю, что. Цветочки. Не пустили нас на проходной, сказали даже продукты или какие-то вещи передавать только через курьера, поэтому будем сейчас как на зоне, через решетку с Ашотом Тиграновичем будем общаться. Иди сюда. Иди, я тебе принес. Стесняется. Пойдем, я тебе дам апельсины там. Папе тоже отдам. Смотри, тут я тебе взял черешню, апельсин. Да он тяжелый, наверное, папе отдашь. Яблоки, апельсины дал. Взял вот это вот сок тебе тоже, папе. Тихо. И вот это цветочки тебе. Нравится? Да, как настоящая девушка. Держи. Вот ты, да? Что сказать-то надо? Пахнет. Ты же подписчица у дяди Сережи. Да? Помнишь, я тебя на плечах катал возле фонтана, помнишь? Не помнишь? Это, наверное, а, помнишь? Да. Помню. А на мотоцикле помнишь? Помнишь мотоцикл? Что там, а что Тигранович взял, кстати? Вот такого зайчика. Будешь с ней. О, у меня такой же есть. Есть уже? Да. Ну, это у меня был муж, а это же. Это будет подружка. Это будет жена? Это жена. Это жена будет? Хорошо, ладно. Будет, это будет жена. Муж уже есть, теперь жена будет. Алексей Юрьевич у нас постоянно подарки у всех забирает. Во всех конкурсах участвует и во всех выигрывает практически. Да, вот. Скажи деткам что-нибудь, передай им, там, стоит им баловаться или не стоит. Как вот ты урок, какой взяла с этого всего? Это нельзя. Надо аккуратно играть. Чтоб аккуратно, да, играли детки? Там прохладно вообще, Володу? Да. Жарко? Я же спотел уже, ничего, не спецсистема, мы же не в детском даже вообще. Из-за этой пандемии фурдом полный. Там даже это. Издевается, вот, еще гипс. Не хватает, и там в коридорах. Прямо. А рука не чешется у тебя там? Ну, нет, две койки в как заживать начнет, наверное, чесаться. И, да, так же. Пальчики там шевелятся, там, все хорошо? Ну, как там сказать, ветер, больно шевелить? Вот вечером, ночью хорошо, а днем хуже. Потому что все, все хорошо, да? Угу. В общем, неспокойно. Вот так. Давай, так, Лиза, выздоравливай. Этот закрыли. Маме пересажу можно. Пересадь. Такими камушками. Они уже завянут, пока ты выздоровеешь, вылечишься, они уже завянут, скорее всего. Нет? Пересадишь? Она полностью закрыта, вообще не. Ну вот как выпишу тебе. Я другое кое-что с ними делала.
палисадник будет сажать цветы. Все хорошо. Ладно, что, поехали мы тогда, как выздороветь уже? Там, кстати, сказали пару дней и все, и домой. Первый раз лежали 5-7 дней примерно, там уже не помню точно. Ну да, неделю. А сейчас быстренько, мест нет. Где-то очень много приезжает. Очень а много... перелом сложный? Папа! Ну, такой как бы со смещением. Нормально. Да, без спицы, без ничего. Спасибо хирургам. Молодцы. Где так очень много, и машина сбила там, и, ну, лето началось, и, да, и ну, все, да. Да, там, и ключи, и прям такие очень серьезные переломы, на самом деле, всех у деток, там, и на растяжках много. А вот этих, которые любят кататься на мопедах, на велосипедах, много? Ну, тоже есть, да? И прям сильно, на самом деле. Нет, с этих самокатов электро, блин, я не знаю, да, велосипедах какая есть. Скорость. На велосипедах это косточка может того. Да. Кому наши, такая красавица? Все маму? Наши фотографии, когда увидели. Голубоглазая, кучерявая. А что, какая у вас красивая внучка? Какая красивая? Говорю, внучка тоже красивая. Это тоже внучка, говорю, красивая. Говорю, это тоже наша. Все правильно. Некоторые писали, а что она на вас не похожа? Типа, ну, так, такая, как бы русская. Говорю, да это, говорю, друга, говорю, дочка. А я сам что-то часик-то поспал вечером. Еще приедем, конечно. Хочешь, чтобы приехали еще? Нам другие. А мы не надо уже, все? Нам уже не надо приезжать? Надо. Приедем. Помаши всем пока-пока, скажи. Рукой своей. Своей рукой сможешь пока-пока? Все, все, давай, пока, выздоравливай. Как выздоровеешь, увидимся еще. Покатаю тебя на плечах. А я на мотоцикле. Ну да, кипиш обещали, помню. Только шлем сказали, надо взять. А что, Тигран, на мотоцикле? Нет, нету, к сожалению, такого маленького шлема. А мы во дворе так. У меня есть защита. Во дворе по чуть-чуть, да, рядом. Да, потихонечку. Медленно очень. Друзья, вот, кстати, те самые фонтаны. Мы сейчас с Петрухой вышли прогуляться. И вот здесь вот мы на фото с Лизой первый раз познакомились. Это где я катал ее на плечах. Вот эти самые фонтаны возле Авроры. Вон там, на этом месте, мы фотографировались с ней. Так что, Лиза, выздоравливай, не балуйся больше. Как выздоровеешь, мы с тобой еще обязательно встретимся, я тебя покатаю на плечах.